Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в нашу машинку против зомби. У нас 2000, и давайте немножко прокачаем мы броню. Но для начала надо нам немножечко покататься и заработать еще немножко денежек. Вот такая вот у нас супер машина. Очень-очень-очень красивая, интересная. Оружие тут стоит мощное. Самое мощное оружие, которое вообще я когда-либо видел в этой серии. Ее можно было даже на грузовик поставить. О! Поехали, летим. Так, давайте. Остановимся здесь. Поехали. А, бензин еще же есть, да, у нас? Хорошо, что у нас тут с ускорением беда, да? Ну, давайте ускоримся сейчас. Пролетим эти коробочки. Так, а тут какие-то, смотри, расщелины появились у нас, да? Красные в стене. Интересно. Так, а вот здесь мы, наверное... А, нет, проехали. Так, наверх. Наверх получилось. Давайте здесь обгоним. Практически. Еще немножко. Да хотя... Ух ты, нифига нас поднимает, смотри. И разбилась машинка. Нет, нормально. Так, а у нас топливо все. Ку-ку. Кончилось. Так, 1400. Ну, 1500 практически. Давайте приобретем бронь. Это у нас максимальная будет бронь. Посмотрим, как будет выглядеть. Ох, нифига. Машина полностью забронирована. А, ничего тебя не смущает, что бронь уже какая-то вся в крови? Какая-то бэушная бронь, что ли, или что? Как так? Ребята. Так, давайте бомбочку взорвем. Да, бронь закрыла полностью нам вид из нашего автомобильчика. Так, что за подземелье небольшое такое у нас здесь? Мне это не особо нравится. Лучше поверху лететь. Да. Так, зомбари. Вы какие-то ненасытные вообще. Так, 9 патронов у нас, ребята. Ну, давай. Стреляй в этих зомбарей. Вот. Сейчас проедем немножко. Так, опять гейзер. Гейзер опять. Так, поехали по гейзеру. Так, а ну, мы там еще нам прокачивать еще движок. А, трансмиссию прокачивать. Дофига там много прокачки осталось у нас еще. Да, сейчас зайдем в гараж. Угу. Посмотрим. Мы хотели еще пушку прокачивать, да? Ну, пока, мне кажется, пушку нужно прокачивать двигатель. Да. Движок. Так, все, деньги кончились. Деньги кончились. Поехали так, с таким вот набором. Угу. Так, здесь мы взлетаем. Или пролетаем немножечко. Ох, нифига. Так эпично летели мы. Так, здесь тоже пролетаем. Ох-ох-ох. Чуть-чуть бы не сделали бы здесь. Да, здесь по низу плохо ходить. Ехать, то есть. Коробок куча. Понаставили коробок. Ну, ничего. Так, тихо. Давай, тачка, давай. У тебя там уже мы прокачали движок. Поэтому ты должна быстро ехать у нас. Так, подъем. Ну, он нам особо не нужен, подъемчик. Так, ребята, мы что-то застрием. Поехали. Ой-ой-ой, бензинчик заканчивается. Так, и здесь взлет. Хорошо. Ну, хотя бы проехали немножко больше. А нет, мы меньше даже мы проехали, ребята. Почему, интересно? Может, двигатель купили? Трансмиссию давайте приобретать. Угу. Ага, давайте утяжелитель еще купим, почему бы нет. Все, у нас теперь более-менее сбалансированный автомобиль. Поехали. Угу. Так, а что-то я все торможу, надо было этот. Вначале, ребята, нам надо ускоряться максимум. Максимально ускоряться. Так, а что мы здесь застрём? Давайте. Ладно, пофигу на этот ускоритель. Весь потратим. Так, едем. Ах, не удалось нам. Не удалось нам подняться наверх. Ага, нет, не получится. Так. Так, а ну что у нас тут? Поднимет нас немножко? Нет. Ладно. Никак здесь. Ничего не получится. Нужно ехать тогда внизу. Эти вот коробки, они мне мешают постоянно. Все, тут проехали хорошенечко. Едем дальше.
Так, 4 патрона у нас есть. Так, здесь мы сможем, да. Кстати, ускоритель нельзя тратить. Как мы вот постоянно тратим. Надо его оставлять на конец карты. Вот тогда, на конце карты, мы можем что-то сделать. Все, остановились здесь. Опять проехали мы мало что-то. Сейчас мы на эти деньги купим. Посмотрим вообще, сколько у нас денег. 1800. А давайте бензинчика купим, бензика. Все, все деньги потратили. Так, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Чтобы набрать 10 тысяч просмотров. 10 тысяч просмотров, я сказал, 10 тысяч лайков. Чтобы набрать 10 тысяч лайков. Ну и 10 тысяч просмотров надо набрать. Тоже было бы неплохо, 10 тысяч просмотров. Так, ускоритель у нас закончился. Ладно. Будем без ускорителя ехать. Так, это вот тоже вот, не нужен нам тут гейзер. Поставили. Ладно, сейчас здесь проедем. Так, зомбари бедненькие сверху не могут понять, где мы тут находимся. А мы, ребята, едем немножко ниже. Так, очень много коробок. Ёлки-палки. Давай еще раз попробуем разбить их. Надо утяжелитель покупать все-таки, да. Нужен нам утяжелитель конкретный. Так, все, сколько... Немножко доехали, немножко приехали. Так, заходим в гараж. У нас есть 2000. Смотри. Утяжелитель дорогой. Не хватает денег. Ладно, еще раз проедем. И накопим на утяжелитель. Чтобы нам пробивать эту всю канитель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, едем. Ой-ой-ой, ускоритель кончится. А мы ускоритель же не на максимум, да, покупали? Ох-ох-ох-ох-ох. Надо нам ускорителя покупать. Ай-яй-яй. Все, что-то мы здесь сейчас станем. Давай. Ой, давай, машинка. Давай еще немножко. Нам нужно еще немножко проехать, чтобы нам побольше дали денег. Чем больше мы с вами, ребята, проезжаем трассы, чем больше мы километраж проедем, нам дадут больше денег. Поэтому надо максимально стараться проехать сейчас, чтобы мы купили ускоритель. О! Так, все, здесь у нас еще бензин закончится, да. Ладно, проехали не так много. 1300 мы заработали. А, нет, ускоритель у нас, ребята, на максимуме. Ну ладно, возьмем утяжелитель и поехали. С утяжелителем будем разбивать вот эти все коробочки. Мы эффективнее. Ой-ой-ой, как некрасиво. Как нехорошо получилось-то, а? Во, давай, наверх. Во. Прям летим, да? Так, все. Да капец, я не знаю, что разработчики пожалели-то ускорители так. Так мало ускорителя дают. Ну, что вам жалко? Так бы ребята бы играли бы с ускорителем веселее и интереснее, правильно? А вообще я такой сторонник, чтобы количество бензина или, например, количество этого ускорителя было безгранично. Да. И какую-нибудь можно даже безграничную карту сделать. Пусть она повторяется, да? Чтобы просто тупо летать можно было. И мочить зомбаков. Ну. Ну что ж, сколько? 1800 монет. Спасибо. А приобретем мы на эти деньги, не знаю, двигатель. Давай бензина, а? Давай бензина купим. Угу. Поехали. Поехали, ребята. Давайте ускоримся. Так, здесь надо ускоряться. Да, не забывать. Летим. Ох ты, как мы так перевернулись, а, слушай. Так, еще и стреляем, фига. Вот это у нас водитель какой грозный. Перевернулся на машине и еще и стреляет. Так, давайте подходим. Я вас стрелять буду всех. 800 монет.
Движок. Да, я хочу двигатель. Я хочу еще трансмиссию побольше купить. Поехали. Так, тут ускорение. А давай если сделаем так, вот смотри. Ага, ускоритель закончится, ё-моё. Далеко мы поедем, нет? Угу. Не особо, не особо далеко. Так, ну примерно я запомнил, где мы остановились. Можно так по-сумасшедшему на этот ускоритель не давить. Что он у нас, ребята, не безграничный, к сожалению. Так, ой-ой-ой-ой-ой, смотри, зомбак ногами шевелит. На тебе. Все, и шарики пошли наверх. Полетели. А зомбарик у нас разбился. Так, вот здесь это место мы проезжаем. Все, едем дальше. Так, бензик заканчивается. Я не знаю, как я так пролетел в тот раз, проехал. Удивительно. 1800. А что приобретем? Ну, давай приобретем трансмиссию. Так, и поехали дальше, ребята. Попробуем аккуратненько ехать здесь. Так, все, взлетели, ничего не трогаем. Особенно ускоритель. И мы, если таким вот макаром аккуратненько ехать, то я думаю, мы проедем. Наверное, что мы встали здесь. О-хо-хо-хо-хо. Ладно. Бывает, ребята, так. Так, давай, аккуратненько. Во. Зомбариков стреляем. А, ну скончились эти патроны. Нам надо бы еще прокачать автомат с вами. Все, здесь взлет. Ладно, не получится. Ладно, нехорошо. О, встряли. Нет, еще не встряли. Едем. Давай. А что там нам, зомбари мешают? Да, зомбарики встали. Под колеса подсели и мешают нам проехать. Как-то так, ребята, как-то так. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте привет. Всем до новых встреч. Пока-пока.